это. Яся, на все на коленях, Арзум на меня. А, хотя нет, Яся, кинешь на Эршаму, а Харзум на меня тогда кинет. Всем на колени. БРКД у нас. Все, давайте, запускайте. Стоим кучно. ССКД еще, я потом на них не так. Ну да, в бою на взлетке. Далеко немножко поставил. Поближе подходите, РДД, иначе далеко бежать придется. Ну, я имею в виду дольше. Опять на мне. Простите. И пока шамка. Просто скоро притяжка, поэтому пока не буду стакать. Все, сейчас приходит. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная вода? Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Пати Фридум на деку. Никто не уцелеет! Яся Хмелесон. С меня звезда спала, попробую еще раз. Смотрите, вон, смотрите, прям за глыбой. Вот где звезда, и вы не умрете. Сзади нас, на ступеньках. Так, смотрим. Далеко слева, в звездочку встаньте. Не сбивайте, склеп по центру, чуть левее становимся. Угу. Все. Может, пока не хилит. Второй фазе там по-малому. Сейчас можешь пока. Я сейчас изи хилить буду. Как ты мрёшь вообще, блин? СС был, да? Ну, вставай. СС-а не было, кулдаун 3 минуты, 18 секунд. Понятно, я один не захилю Холи Христом. Я Шама не факт, что захилю из-за везения меток. БР 50 секунд. Хорошо, ждем, ждем. Не вставай с тела. Взлетки поднимешь, попробуешь, или после взлетки, давай просто. 5 на мне магии. 36 секунд. Так, выносим метки. Я вас пока хилить не буду. Сейчас хлопать буду больно. Слева смотрим, слева. Аккуратно становимся. Далеко справа. Там же, считай, почти там же. Там же. Повезло. Сейчас она приземлится только. Сейчас эти шамы и ману заливать сразу. Альте, прочитай гимн на ману. Шама, поставь тотем. Альте, читай гимн на ману. Так, на мне. Пойду хлопну, Ледрин ставь, сейчас я хлопну, вернусь. Давайте сносим глыбу, шамка пока хилишь одна. Все на колени, не сбиваем, не сбиваем, прячемся за ней, ждем. Фала, хилим хорошо. Все, спала, могу хилить, все хорошо. Прекрасно, на 2 ДД. Сбивайте! Ой, хорошо.
Выноси хмели под босса. Блин, еле успел. Копар, красава. Левее сдвигаемся, чтобы стаки снимать. Левее, левее. За глыбу. Не хлопаем в рейде, ребята. Становимся, скидываем стаки. Следующую под босса. Альтея. На стаке не успею скинуть, очень быстро сносить. Все, сносите, сносите. Следующую не сносим. Стоим. Давай, выноси. Следующую не сносим. Притяжка. Ребят, не хлопай. Беги, малышка, очень беги! Так, бля, хотя бы, дадо бы повесили бы. В сторону, Яся, в сторону, разбиваем. Добиваем босса. Кто с метками, дамажьте от рейда подальше. О, молодцы, видите? О, смотри, ДС. И не упал. Щит, дайте, пожалуйста, щит. Щит, нажимаем, пожалуйста, нужно. Щит. Нужно. Нахули палочек, ну как это? Для начала сойдет. Кстати, хорошо, что Африка интеллекта чуть больше. Харзо, а зачем ты занидил? Занидил что? Расщепленный оскол. Я не откажусь, нажал. А, сорян тогда, сорян. Хвальки мертвые, пошлите. Напоминаю, на лече на первой фазе жестко. Потом будет более-менее. Полностью пунктас нужен, да, точно. СУ. Думал, у тебя с 25 гир есть пушка. Не-а. Че думаешь, я с Халеном-то бегаю? Так, хорошая пуха, кстати. Да, катушка лежит с обычки. И трута с катушкой получше была, чем Халеон. Напоминаю тактику, ребят. Кто не помнит. В РДД зоне, хила зоне, за звездой смещаемся, неважно, если даже будет, не будет ловушки, а звезда отбегает чуть-чуть левее, это значит, что РДД тоже и хилы отбегают чуть-чуть левее. Блин, надо в мелизону кого-то ставить. Мелисона или пойдешь в мелизону? И демон. Демона хорошо поставить в мелизону, если он знает. Давай демона. А зачем это? Уже да, ты чё, один милик, все РДД, как ты думаешь, кто будет чаще отходить? Он просто, блядь, логически подумает, что нельзя. И что будет? Так, тихо. Тотем тоже от льда, пожалуйста, шаман и Миха. Тотем от льда. Для расстояния может не хватить, чтобы дойти до конца края, лом, чтобы перевести лича. Так можно в бок отойти, и всё. Давайте не будем рассуждать, что можно, что нельзя, потом. СС-ы. Вас откдешили, сдаем один на все на колени, второй на мимиху. Тоже мне испугал один милик, и чё? Да хоть ноль миликов. Ну, пускай стоит демон в мелизоне. Еще и дамага больше будет. Демон пустит. Так, давайте я постараюсь подиспелить чуму и подавать ускорение. Технически так. Тут вообще без разницы, как стоять. Так. Напоминает ловушек, мы отбегаем, мелизона. Отходит лок, Яся, ты в мелизоне, поэтому когда говорят мелизона, это ты. На протопале может быть ловушка. Чуму выносим и двигаемся. Я запустил. БДК, иди туда, где лок стоит. Диспелить будет. Слава, помогай, пожалуйста, на переходке диспелить сайленс танков, хорошо? БДК. Иди к локу туда, в ту сторону. Подойдет. Надо в одной точке всем, наверное, да? Заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Самое главное, чтобы чуму доносить было недалеко. А все остальное поэтому, планочки. Поэтому держим треугольник. Если видишь, ДК, что РДД постоянно проходят, а на миликах нету ловушки, это означает, что тебе тоже надо постепенно подводить мили-зону и лича.
Старайся, чтобы лич мордой сейчас смотрел в сторону РДДшек. Как-то его повернуть. Да будет так. Геру в пуа даем на этом боссе. На переходке Альте даст гимна ману Шаман Тотем. Смотрим, сейчас ловушка скоро. Ловушка милики. Протопал, сори, милики стоим. Так, отходим за звездой чуть ближе, сейчас чума будет ближе. Тарзу, беги. Заспал. Спэн. Вступление, Хан, помогай. РДД. Давай, веди лича. РДД, протопал проводи. Протопал, мелизона. Проходим, протопал, мелизона. Ходите. Я там с диспелем. Забери лича, я просто, блин, трэш собираю. Ты же смотри. Опять милики ловушки. Ой, РДД. Милики чуть-чуть. Стоим, протопал. Совсем чуть-чуть можешь отвести. Купление снимаем. 5 РДД. Все на колени. Диспел. Дай гнев небес, протопал. Да даю ПКД. Ну проводи быстрее, ДК. Алло. Там протопал. Я живой. Падай, давайте, падай. В смысле, а что упали-то? Протопал живой. Протопал живой, трэша много, рейд трэш, очень больно. Войд не смог подойти, потому что ДК не подвел. Бьет не больно, а просто не захилили, потому что стоял далеко. Било не больно, я правильно собирал трэш по КД таунтом. Нет, трэш больно бил шамана, а не Войда. ДК, ты смотри за РДД и веди за ними, если они далеко убегают. Вот смотри, сразу равномерно за РДД беги и все, чтобы проблем не было. Сейчас надо было другое сделать. Сейчас уже фаза почти переходная. Сейчас надо было просто провести дугой к РДД лича. Вот и все. Сейчас Шаман, надо... ты улетела, что ли, Аня? Нет, она не улетела. Почему у него здесь трупа нету? Не знаю. Написано трупцы, это дали ледяные короны. Вот, в общем. Вот сейчас почти все правильно, только вот в конце, когда уже два шарка, и мы подошли вплотную к краю, тебе надо было просто начать милизону вести к РДД соединять, чтобы мы соединились. Протопал делает пару шагов влево от себя, а ДК сводит всю милизону. Ну я так и делал. Там Войд далеко был, я не успел его просто захилить физически. Ты это ПДК, я таунчу трэш, ты смотри, чтобы когда лично меня ставишь, обратно его перетаунти, потому что я маст таунтом, таунчу трэш. Ну чё, сейчас убьем, не переживайте, только не ругайтесь никогда, потому что если идет ругань, то ничего не убьете. В принципе, по большему счету нормально сейчас все было, только чуть-чуть в конце. Тут самое тяжелое в 10 гер первая фаза, а потом, ну, там чуть-чуть в комнате, там от РДД зависит, чтобы духа убили. Немиха, напоминаю, в комнате на третьей фазе, когда будем двигаться, надо становиться, давать быстрину, там цепуху, и сразу дальше двигаться. То есть это делать очень быстро надо. То есть прошли, когда остановился рейд, сразу даешь цепуха, быстрена цепуха. И опять же. А что если я в протопале, а он в холле пали, а ты в ШП? Нахрен, нет, я не захилю с таким ГСом без чарок и камней. Чарок нет.
Я на, только на половине шматок чарки и камни. А чё вам танк нужен? Да не нужен. Да у нас фу. Да никто не нужен. Давайте быстрее убивать там. Саурон ждет уже. А чё там рейд потом следующий какой будет там? Я вырос. Ратрики. Блин. Те вроде мозгов. Забываем локи ставить порталы на второй. Важно. Ну что, как? Друид, дай, пожалуйста, лапку. СС и потом по КД накинете, на кого кидали. На Эршаму один-один на этого, на все на КД. Кидайте на танков лучше, мало ли че. На БДК, а на второй переход кинь. Гера, откатилась Эршама? Да, откатилась Яся, а ты тогда кинешь на все на колени сову. На кого шо еще раз? На сову все на колени. Хорошо. Как откатится. Ну там на переходке, если не надо, когда мы будем убегать от ловушек. 7 минут 26 секунд. Ну я думаю, на второй фазе, значит. Ну да, да. Все так же делаем Геру там с Пува и Стерею на хмели Сунели. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч. У нас в руке остались ДК, ты кому кидал Стерею? Он тут тоже? Ну-то. Какому из двух там насчет игра? Да, у тебя есть таймер, чем ты видишь, когда она будет? Ну, я не просил Стерею-то. Значит, хмели кидал он. ДПМ имеешь в виду? Да, да. Да. Ну смотри там, чтобы миликом было недалеко выносить, а то я сейчас не донес. Да будет так! Герои! В атаку! Я тебя в живых, чтобы... Геру даем Шанка. Сейчас будет ловушка. МДД. Милики, танк, Оди. Яся тоже ждал. Чуть-чуть поближе. РДД к порталу лока. Яся, беги. А, ловушка. Протопал. Подходим, Рейд, чуть ближе. Он уже крестом подходит. РДД. Через ловушку чуму не выносим. РДД прошли. Там, снимай ступление. Леодрин. Хорошо, повезло. Пам, напоминай переходки, пожалуйста. Так, на протопале подходим, РДД подходим. К приску становитесь ближе. ШП тоже ко мне, лок. Ловушка РДД. Бляха. Вот хмели сунели, вот чё ты так близко стоишь? На тебя чума перекинулась, блин, нету чумы. Анила. Протопал, уводи, подводи к РДД, подводи. Плеча к РДД. ДК, давай, веди. ДК, веди. Ай, нет, не бес, упал. Котка забежала. Уводи в другую сторону, протопал. Другую. Тегим на ману, шаман тотем даю, давай. Так чумала там АУЕ. Есть не трэши? Залейте АУЕ, мелкий трэш, кто-нибудь, кто-то один сова, а то очень больно бьет. Войд, по диспельсалам, пожалуйста. Да, блядь, заебали, не могу я собрать ей поставить. Скопар, побей, пожалуйста, мелку. Кого подбей? Мелких. Так я звездопад пожалуй, грузу тоже все бывает нормально. Пап, помогай диспелить сайленс. Так, протопал последнего духа, последний твой. Ага, у нас два духа. Зашибись.
Убивайте пока что, который на деке. Это можно. Сферу, сферу ханты. Под босса. Босса, веди духа. В звезду становимся. Хила схватила, шамка хиль хорошо деку. Сквернение через 10 секунд. Ну как бы духа надо убить. Сначала надо валить, потом духа. Все, дух объема, сквернение. 8. Ну, духа бейте, ребят. Да им поймать шаману. Жалей, что тупые, сука, бейте дух. Под босса, быстрее, сова, приз, быстрее под босса. С валькой сразу бегаем. Есть копар, есть шаману залить? Залил. Сразу убегаем со сквернением. Вальки станы убежали. Убежали, убежали, убежали. Харзу. Давайте стан. Есть у кого стан? Нету стана. Давайте сливаем быстрее. Бегаем еще быстрее. Ребят, быстрее, быстрее, быстрее. Молодцы, молодцы. На рейнже я стоим РДД. Сначала сквернение, потом валим. Милик под босса. Сквернение сейчас. От, выходим, будет. Беги, малышка, беги! Сейчас валька под босса, давайте под босса. Звездочку, звездочку, звездочку. Читаю гимноман. Хиль шамка, читаю гимноман. Вальку станы убиваем. Давайте убиваем. О, нету стана. Меня несет. Слабый. Переходка еще долго, да? До 11 лямов, по-моему. Осквернения разошлись, разошлись на рейдж. Скорее. ДК, что ты лича водить не умеешь совсем, да? Ну ладно, ладно, потом, потом выясним отношения. Пока еще нормально. Сейчас валька, в звезду становимся. Слав, сколько до переходки? Я хили не вижу. 5%. Бьем, еще вальку будем сносить. Потом сразу разбегаемся, будет осквернение. Сразу посывали осквернение. Давайте вальку. Все, давайте разошлись. Сова. С подвальки. С подвальки. Ебашьте, ебашьте себе валькиру. И бьем, бьем вальку. Копар служит, только выйди. Все, уже. Не, сейчас останусь бежать. Давайте на край идем. Давайте, давайте, на край. Только уже край стоит. Бежали все, бежали быстрее. Саку дай. Саку дай, протопол. Да, да, что вы мне рассказываете? Ух, дух, дух. Альтея. Ладно, ничего не надо. КД, пожалуйста, шанка ману. В комнате, блин, звезда с меня спадает. Думаю, победа. Диспел. Пускай просыпал. Слава, помогай диспелить. Так на нем Сава тоже был. Так они чего вдвоем там. Тоже согласен. Тоже правы. Да, ОСС по ВДК. Хорошо. Ты как, ты там пожнись и прожимайся. Старайтесь одного духа оставить, хорошо? Я только одного постарайтесь. У нас ДД вообще не ух. Сейчас переходка. Сферу, сферу бьем. Комната, блять, опять звезды нет. За звездой сейчас побежим. Шамка, как я говорил, хиль. Холи приз тоже кольцом света под хилю. Хан, там РДД все бьют. Портал, портал. Бежим, бежим, бежим. Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек пробуждать. Бежим.
Холи Прист кольцом света под... Стоим в звезде, быстрее, стоим. Побежали. Духа убейте только. Стоим в звезде. Все, бежим. Стоим в звезде, подождите, бомба. Да давайте, духа добиваем. Ляха. Уже быстрее. К трону веди, к трону только. К трону поуже. Духа бьем, РДД, духа, быстрее добиваем. Духи. Осквернение, ЛТ. Остановимся за спиной, дыхи быстрее. Захилю только остановимся. Все. Беру после комнаты. После комнаты как отведем, как поставим лича, дадим гиру. Как уже будем, вот как сейчас, ловить духов за звездой. Помогайте подхиливать по чуть-чуть. Так, идем. Я сакру отдал. Рано. Да я в курсе, Лескейп. Я поэтому буду гонил. Идем. Еще идем, стоим, пока хилимся. Все, пошли дальше. Пэт у тебя бегает, лок вперед, не давай Пэту вперед бегать. Бомбу, стоим в звезде, ждем, пока упадет. Все, осквернение. К порталу веди, порта, бля! Понятно, хорошо. Ну чё, там? К порталу, бляха. Дай Геру. Р даем по Харзулу. Давай к трону веди. БР есть? Долбим леча. Осквернение альты. Дадите за спину. Порталу тебя ведешь, ДК, к порталу, только давай порежь. А не ДК танчит, ДК вообще непонятно где. Да, ДК вылетел. Один танк, ну, ребят. Ну что ты танчишь? Да танчу. Есть, чтобы убить, давайте. Вы пришли, чтобы вершить судно Тартасом. А что ты, ДК-то где у нас? Да хрен его знает. Все, сосредоточились. А он в комнате остался, у меня по карте показывает, где-то в текстурах комнаты. За спину танка прячемся, запомнили, он разворачивается, ловит духа, мы его сильно хилим. Стоп, стоим в звезде, назад, чуть-чуть назад. Давайте, быстрее пошли. Духа бьем. Звездой бежим. Скоро выход. Смотрите, за звездой в угол и ждем выход. Сквернение, мимиха. Иди к порталу. Веди. Или беги к порталу, беги, не достой хилить. Чё ты там стоишь? Спиной ли сейчас ты, мимиха, ну как так, ну ты же отходи подальше. Нету маны, чтоб хилить. Читайте гимноману все быстрее. Альтея, гимноману, быстрее, Альтея, гимноману. Отошли от меня. Тебя добиваем лича, пытаемся, нет, не можем добить. Харзу, не, я просто кому лича, кому-то был. Да хильте быстрее. Почему вы не двигаетесь, почему вы стоите в сраке, подтягивайтесь. Так, к трону. За спину лича быстрее. Бежим за личом. Последняя комната. Я тоже подхиливаю омоложением, если мимиха что кому-то. Мимиха здесь, она встала. Дай Инар по мимихе.
Давал уже. По порталу смотрим. Блять. Звезда спала. Быстрее, быстрее за звездой. Ждем, взорвется бомба там. Ждем, ждем, ждем. Все, погнали, погнали. Ну вот как вы? Вы же смотрите, где рейд. Бегите, не останавливайтесь, дамажить. У нас один танк, некому духов хлопать. Он и будет хлопать спиной. Правильно, так они стоят под... Вы цело станьте. Ну, когда мы вышли из комнаты, надо лок, отзови поэта, лок, отзови сейчас поэта духов, тихо! Да похер на этого поэта вообще. Так он, из-за него бомбы падают, посмотрите, криво. Ждем, ждем. К трону, веди, к трону, веди. К трону, стоим, стоим за спиной танка. Тут 1% уже убить лич, еще беспокоитесь. Давайте добиваем. Фулл ДД хилим. Просто ты когда вышел, протопал там, ты уже знал, что БДК нету. Тебе надо было лечать. Я не сразу в портал. Первый... Знаешь, ты сейчас за БДК... второй или за первый раз говоришь? За первый раз, когда вышел. За первый раз я не знал, он когда убил кого-то, вот кого-то убил, тогда я понял, что БДК нет, и я словил. А я думал, там убил Харзу. Нет, так мы в комнате говорили еще, что БДК нет, он в текстурах, ты это слышал. Это был уже второй раз, извини это меня. Не, не, не. Уже потом был. Это был второй раз, ты мне, блядь, не доказывай, да это был второй раз. Хватит. Я сказал, что БДК в текстурах, когда мы после этого попали аж в комнату. Я перед этим уже танчил, и мы зашли в комнату, и выяснилось, что БДК в текстурах, а я перед этим уже танчил. Все правильно, все правильно. Так после этого ты еще танчил, я тоже знаю об этом. Просто ты леща должен был порталы повести, а ты где-то сбоку ходил. Правильно, а блядь, что, через лужу надо было бежать? Я вел его к порталу, только через лужу, блядь. Видишь, ты вспомнил. Так не надо было просто лужу бежать и все. Я оббегал, и мне что, развернуться спиной к лечу, чтобы он меня, блядь, прописал на фул хп или что? Ты когда-нибудь танчил? Блядь, да сколько можно? Танчил. Что за херня? А ты знаешь, что не срабатывает ни уклон, ни парирование, когда ты стоишь спиной к боссу? Так зачем тебе спиной стоять? Ты боком стой. Так я так его и вел потихонечку. Так если для тебя еще должен телепортироваться или что? Ну, я не знаю, я танчил как бы очень. Да все правильно, протопал деву. Бля, чего вы начинаете? Все правильно, он не то молодец, что поймал его. Он в курсе, за что я говорю, просто он немножко не понял. Я понял, что ты говоришь, но я тебе говорю, я обходил лужу. Если бы бежал по прямой, я бы оказался там быстрее, но я обходил лужу стороной. Мне это, блядь, было, вот уже пришлось так обходить, уж извини, блядь, я не мог обходить ее с другой стороны. Извините, что выпал ваш заказ, блядь, и не телепортнулся к порталу моментально. Слава, Слава, ты нам не дашь ЕП, у нас сейчас 8 человек, хоть по соточке накинь, залечат 10 бед. Почему по соточке? А что, мы не за 8 человек были с гильдии? Не, сначала нет, сначала было 7, сейчас 8. Значит, тогда не будет. Ну что, даже по соточке не дашь. Вот, протопал, у тебя еще персы какие есть? Хант, и все. Ну вот, у меня есть БДК, у меня есть Мишка, протовары, все мини танчил, Лича, Фелиона, все это танчил, все это знаю. Я, короче, когда танчу, я бегаю, получается, боком и прыгаю от него туда-сюда, вправо-влево. Получается, как будто я бегу со скоростью, как если бы спиной к лечу бежал, но в то же время уклоняюсь и парирую. Вот так ты умеешь? Ну теперь буду знать, что так можно. Так можно. Встретиться, что ли? Так знаешь, от чего зависит? Если ты мышкой вот так вот держишь, да, на экране, и смотришь на лича, то есть лич у тебя в центре, и ты бежишь боком, то тогда ты будешь уклоняться и парировать вот это все его атаки. Ой, со второго трая убили, да? Или с первого, или с третьего? То есть там что-то 45 второго. Градусов, короче, где-то есть. Ну хорошо. Я понял. Вот видишь, ты вот этого не знал, а это такая тема. Ну, это относится к механике вообще игры, но как бы Путаем, в основном ее. Халион. Градскому. Сука, где ты Халион? Отлично. Пошлите уже Халиона убивать. Яся, ну да, я гляну, что. Хабяшка, нужна кому-нибудь. Яся. Нет себе Халион. Он лучше, чем твоя гадость. Вольтей вроде покруче, да, Вольтей круче.